надо, теперь такая добренькая. Что-то мне кажется, ты красишь полы, а не моешь. А ты что улыбаешься? Я пришла в гости к блогеру, начинающему блогеру. Да, мам, наконец-таки изменит свои брови. А вы говорите, не болтает пацан? Ну, здесь, говорит, нужно набраться стойкости и терпения, чтобы не обращать на это все внимание. Но для того, чтобы все были спокойны, я решила сходить к нужным там врачам, да, или вот специалистам, которые бы посмотрели. Привет, мои хорошие, начинаю новый влог, и я нахожусь в творческой студии. Сегодня у нас продолжаются съемки нашего холостяка. Сегодня все девчонки будут проходить мастер-класс по рисованию, но я к ним такая присоединюсь. Тоже буду рисовать картины. Сегодня будет очень интересная съемка, потому что мы все будем рисовать картины, очень необычные. Я вообще не рисовальщик ни разу, но будет мастер-класс, где мы все нарисуем одну картину, но она будет по-своему, я думаю, всех разная. Что-то я в такой какой-то творческой уже программе участвовала, и даже когда человек рисует одну и ту же картину, все равно у всех получается все по-разному. Сейчас покажу, какого плана картину будем рисовать. Нам показали уже здесь. Сейчас мы ждем остальных девочек. Вот, на свет покажу. Смотрите, у нас тут вообще башня Эйфелева. Два бокала. Очень романтичный рисунок. Не знаю, чем он нарисован. Это я потом уже, когда нарисую свою картину, все обязательно расскажу. В общем, мы все рисуем картину, а потом Миша с закрытыми глазами, не глядя, выбирает чью-то картину, какая ему, может быть, понравилась больше, или кого угадает, это мы еще в процессе думаем. В общем, та и пойдет с ним на свидание. Но подвох будет в том, что там будет еще моя картина. И главное, чтобы он не выбрал меня, потому что я с ним на свидание не пойду. У нас здесь уже приготовили листики. Какая-то бумага интересная, необычная. Красочки, кисточки, карандашик, стерочка. Ой, у каждого примерчик свой. Вообще, я вся в предвкушении. Вот такая вот у нас творческая студия, Насимашка. Я в первый раз здесь вообще. Короче, у нас произошел здесь казус. Давай, ой, не надо, теперь такая добренькая. А ты что улыбаешься? Я отомстила. Это ты устроила вообще. Я честно, я не ожидала, что я получится так феерически. Феерически? Истерически феерически. Вот мой теперь, Даша, между мой. Между прочим, петлички пострадали мои. Твои петлички пострадали? Да. Ты отмыл? Я теперь весь фуксия. Что-то мне кажется, ты красишь полы, а не моешь. Ну что, мои крошки, продолжается наше шоу. Ссылочку, кстати, я оставлю под видео, потому что серии потихоньку выпускаются. Будет еще очень много всего интересного. В итоге вот моя картина. Смотрите, какая красивая. Да? Я сама нарисовала. Кстати, в эту творческую студию я записалась еще на мастер-класс росписи по одежде. Вот. И я хочу посмотреть, как получится, что я смогу сделать, потому что у меня давно есть уже некие идеи, что бы я хотела творить, создавать, вот, поэтому, надеюсь, все получится и вам понравится. Ну, короче, у меня много всяких идей, но на все это нужно время. Вы заметили, что в последнее время я вам говорю, так, у меня есть идея, и я как бы ее до конца не говорю, чтобы просто энергию не растрачивать этой идеи. Но все оно во мне, знаете, как собирается там, начинает расти, потихоньку воплощаться. Вот, и я надеюсь, что скоро все реализуется. Я даже заметила, что вот бывает у меня там раз идея какая-то пришла, и я такая думаю, о, мне нужно вот так и вот так пойти на такой мастер-класс, там, научиться тому-то, тому-то. И вот так условия складываются, что сейчас я попала в эту творческую студию, и там мастер-класс росписи по одежде. Я такая, опачки. Причем там работают с людьми, которые никогда не рисовали и нет опыта. Ну, то есть не профессиональный художник, как я. И типа, все окей, приходите к нам вообще. И мастер-классы на самом деле недорогие. Поэтому 31 марта у меня будет мастер-класс. Только надо... Редакторы забыли ее забрать. Миша же будет... Это же будет она участвовать. А на самом деле я ее подписала. Кто заметит, где я ее подписала? Незаметненько. Напишите в комментариях. Где моя роспись и как она выглядит. Все, если что, паузу ставьте. Все, сейчас я поехала к друзьям, попью чай с ними, поболтаю, потом поеду домой. Я же сегодня это... А, вы же не знаете.
Я же сегодня перетащила со старой своей квартиры, перетащила свои шкафы, которые я под заказ делала. В общем, не кайф мне с этими шкафами продавать, тем более они белые, и вообще они мне на новой квартире сейчас очень пригодятся. В общем, брат мне помог со своим другом, у которого день рождения даже сегодня. В свой день рождения он утром в 8 часов таскает шкафы мне. Вот, спасибо ему большое. Будет смотреть это видео, пацаны, спасибо. Вот, и все, и мы там уже потихоньку перестановочку сделали, так что будут еще новые фоны. Короче, я стараюсь, вот. Ой, еще же я хотела заехать объектив новый посмотреть. Та-ра-ра-рам, та-ра-ра. Да будь здоров. Спасибо, скажи. Им это у нас спасибо. А я в гостях у сказки. Лена! А ничего? Смотрите. Же думаете, просто так? Я пришла в гости к блогеру, начинающему блогеру. Помните мою подружку Лену? Не оденься, голой не надо. Сейчас она оденется. Ну, просто свои люди, понимаете, тут можно ходить как хочешь по-домашнему. Сейчас она нарядится. Бижутерию не забудь одеть какую-нибудь модную. У меня, кстати, свет такой новый на камере. В общем, мы приехали в гости к моей подружке Лене, черненькой. Может быть, вы ее помните из моих влогов. Она на дне рождения у Дынечки была. Ну и когда я приезжаю, все время нет-нет, ее снимаю. Она все время меня угощает и кормит вкусными вкусняшками. Смотрите, у нас сколько вкусняшек тут. Опять она накрыла поляну. И это еще при том, при всем, что я уже съела целую тарелку супа, которую она приготовила, вкусненький. У нее малышка родилась, маленькая девочка есть, да. Показывать не буду пока это, она сама покажет, когда захочет в своих влогах. Сейчас мы ее дождемся, и я вас с ней познакомлю. Ну что, вот моя Леночка. Та-да-да-да! Привет! Привет! Помните ее? Напишите в комментариях. Помните или нет? Что там? Вещи валяются. Стесняешься? Ни у кого же вещей не валяются на фоне, правда? Только у Лены. Ну расскажи, Лен, ты что, стала блогером? Да. Давай я сяду на твой уровень. Ты как-то выше. Выше меня. Блин. Что? Ты стесняешься еще? Да, я как ты включаешь, так и все, я стесняюсь. И ты своей еще стесняюсь. Ничего. У тебя сколько уже видосов на твоем канале? Примерно. 10 есть? Наверное, да. Уже 10? Может быть, чуть-чуть меньше. Представляете, уже 10 видосов наснимала. Может, 8 или 10. Так, расскажи в общих чертах, что ты там снимаешь на канале? Да что делаю, то и снимаю дома. У тебя такие домашние влоги, ты там готовишь, да? Готовлю. А, покупки там. Покупочки всякие, да. Фаберлик Лена очень любит. Я, кстати, начала его тоже приобретать, потому что она его покупает, все время хвалит некоторые продукты. А некоторые не хвалят. Вот, и я тоже начала брать, и, в принципе, довольна. Вот, короче, у Лены на канале, это я вот вам решила сказать, что все, начинающий блогер. У Лены на канале разные тоже обзорчики. Она мама двоих деток. Сколько Кирюхи сейчас? 6. 6,5. Да. У них, кстати, с моим Денечкой день рождения рядышком, да? Да. Вот, потом... Дени 23-го? Да. У Кирилла 25-го. Кирилла 25-го. Такие вот пацаны вырастут, дружить будут. Вот. Знаю, как пацаны, но с Викой точно. Малышка родилась, 5 месяцев было совсем недавно, Викуля. Вот, так что, кому интересно, кто мамочки, я думаю, что будет очень полезно. Заходите. Да, но мы работаем. Я ссылку на видео, на канал Лены оставлю внизу. Ну, мы вот работаем, как бы, да, думаем, как, что. В общем, интересно. Интересно тебе блогерство пока? Да. Нормально? Раскрепощаешься потихоньку. Раскрепощаешься, это вообще, мне кажется, особенно для людей, у которых куча комплексов, которые боятся, стесняются, ну не боятся, стесняются камеры, стесняются какие-то новые знакомства. Помогает как-то, да, это? Ну, конечно, я первое видео, ну вообще ужас, да. Ты его не удалила, оставила? Ну, дальше, ну, я хотя бы уже не стесняюсь камеры. И ну, твою сейчас стесняюсь, она новенькая. Она у меня особенная, да. Такая. Тем более, представь сейчас, сколько тебя человек смотрит. Вот, да, я, наверное, стесняюсь человек, сколько они смотрят. Половина, закройте глаза, не смущайте Ленк. Смотрите, 15. Моих 15 подписчиков. Ты привыкла к 15
смотрит, да, если больше смотрит, когда тяжело. Уже все теряется. Да. Да, кстати, подписывайтесь на Лену, потому что мы будем вместе с ней тоже снимать видосы. Она скоро ко мне приедет в гости, да? Ты приедешь? Да. Свекуля, в гости приезжайте. А ты ко мне приедешь? А я к тебе, да. И скоро будут крымские сладости, которые мы тоже вместе, я надеюсь, попробуем. Я приеду для этого специально. Вот, короче, мы будем совместные видосы снимать. Я вообще рада, что мои подруги начинают становиться блогерами. У нас становится все еще больше всех общего. Всех потянуло. Да, вот, поэтому, в общем, не пропустите новые видосы совместные наши, они будут. Ну и вообще, узнайте Лену побольше. И я ее тоже узнаю побольше, а то я так редко езжу. Хоть буду знать, чем ты занимаешься. Я смотрю, что у тебя происходит в видео, будешь ты у меня ведёшь. Да, у Лены муж есть еще, которого мы тоже все надеемся подтянуть в видосы. Вот, тоже интересный человек, и думаю, будет интересно. Вы похожи с ним чем-то. Оба красавчики. Вот, короче, все, добро пожаловать на канал Лены, ссылка под видео, а мы будем пить чай. А вы говорите, не болтает пацан. Вовсю болтает, и лично я его понимаю. Да он сейчас спорит с тобой. Дэнни, ресницы свои длиннее, чем твои нарощенные. Нет, не свои, нарощенные, скажи. Свои длиннее, чем твои нарощенные. А, у него нарощенные. У него нарощенные. Представляешь, ему сделать, если ламинирование? Да, хрень. Вверх поднять, они у него точно будут болеть. Ты обезьянка, да? Да. Покажи, какой конструктор ты собираешь. Я вообще-то для этого включила. Чего ты свои ноздри суешь в камеру? Конструктор, гляди. Ну, посмотри, какой маленький. У нас Лена в прошлом году, или, да, в прошлом, не помню, в каком, короче, на день рождения прошлое, дарила конструктор, и у нас такие крупные. Денька очень любит в него играть. А сейчас мы пришли в гости, и здесь такой конструктор, очень маленький, такой малюсенький, вот, смотрите. Это не самый маленький. Ну, это не самый маленький, но все равно. И Денька, смотрите, прям держит в ручках и собирает его. Мне кажется, моторика лучше работает так. И мне кажется, надо нам приобрести такой мелкий конструктор. Кстати, Ля, я не сказала, мы подстриглись с пацаном, не знаю, чего он боится у меня машинки, ножницы еще более-менее уже привыкает, привыкает к этой, не привыкает, а привык уже к фену дома я его, но вот, когда мы приходим в парикмахерскую, включается машинка, у ребенка вообще просто стресс, он очень быстро забывает потом, но стресс в этот момент жуткий, я не знаю, чего он так боится машинку. Я не знаю, у всех так, ну не у всех деток, перед нами и после нас как бы сидят нормально, стригут, и возраст при нашей поменьше. Но вот у Деньки что-то, видимо, в прошлых жизнях связано с машинкой стригательной. Да, Дэнь? И что ты скажи, я ее пока стремаюсь. Пока я маленький, не понимаю, что это за ужасное приспособление. Но я люблю, он подстрижен, красивый такой вообще, такой весь такой нарядненький, такой мальчик. Выкажись, какой-то красивый. Короче, вышли от Алены, уже время 7:30, засиделись долго, думала, что мы какое-то, может быть, сегодня видео снимем, но в итоге буду ждать сладости крымские, и снимем потом видео обязательно, вот, поэтому можно уже подписываться на ее канал, для того, чтобы уже не пропустить все это. Она подарила нам какой-то интересный конструктор. Дэнь, ты счастлив? Он на самом деле не спал, и, возможно, сейчас вот 7:30 он, возможно, уснет, пока мы будем вообще с ним ехать. И он еще мало поел сегодня, но он не просит кушать. Вообще, по-хорошему было бы, чтобы мы доехали сейчас до дома, и он искупали его после стрижки, и он поел. Но если он уснет в машине, то все переносится на завтра. А завтра еще и садик, по-моему, да. Ну, посмотрим. Короче, не прошло 10 минут, как я ехала, и Денька успешно заснул. И уснул он, смотрите, вместе со своей коробкой подарочной. Вот он там спит, видно его, нет? Сейчас, короче, я его возьму на ручки и донесу до дома. Он будет сладенько спать, мой малыш. Смотрите, как сладко спит мой малышунка. Надо его аккуратненько забрать. Игрушечку. Перекладываю сейчас все в пакет. Сейчас мне надо и пакет нести.
и Донечку. Ой, мое солнышко, маленькая зайка. Так, все, готовлюсь. Привет, мои крошки! Доброе утро, доброго дня. Уже запуталась, что я вскочила из дома, быстро побежала. Сегодня день Икс у мамы, сегодня день рождения. И я с утра встала, уже побежала ей за цветами. Зайка, мы ее поздравили утром. И отправила его в сад. И побежала за цветами, за шампанским. Так, уже торт забрала, кучу посылок всяких разных своих еще забрала. Короче, день такой суматошный. Мама там готовит, уже накрасилась такая, готовится, в общем, к съемкам, к фотографиям. Блин, волосы пролезут. Вот, а я покупаю, в общем-то, развлекательные всякие штуки. Смотрите, какой красивый букетик я нашла. Ну, потом у мамы посмотрите. В общем, красивые такие розовые розы. Это я себе на фон взяла. Можно и маме заодно подарить. Два букета. Еще хотела шампанское взять, знаете, которое переливается. Но, к сожалению, не было. Но взяла другое, потому что того не было. Крымское шампанское с короной. И такие прикольные бутылочки у них там. Полусладкое идет в голубых бутылках прозрачных. А вот брют идет вот в такой. Вот там вон виднеется тортик. И еще подарки. И ждем брата. Сидим мы сейчас с мамой. И вот знаете, что я люблю, когда, ну, уже вы выросли, уже спокойно относитесь к дням рождения. То, что не нужно ждать вечера, когда накроется на стол, и мы будем все кушать вкусняшки. А можно просто вот средь бела дня, если мама уже сделала оливье, то начинать его есть. И получается праздник не только вечером, а весь день. Ну что, я чуть-чуть принарядилась, одела платьице, которое я покупала. В одном из магазинов, помните вы или нет, в каком, не знаю. День такой у нас сегодня, день рождения, конечно, но мы не выряжаемся. Мы так больше дома, по-домашнему. Ну, я решила платьице одеть там для фото, для всего. Скоро приедет брат. Маме подарила цветочки, понравились ей очень. Скоро приедет брат и будет поздравлять маму. Еще собираюсь сегодня забрать Деньку с садика, и мы зайдем к неврологу. Давно не были у невролога. Просто хочу показаться. Мы уже не ходим, я уже решила, что мы не будем ходить в общественную поликлинику, потому что как-то там все по стандарту, а мне очень нравится подход в нашей новой поликлинике здесь, такой современный подход, новые технологии, грубо говоря. Вот, и пойдем к неврологу, сходим, чтобы она посмотрела все. Многие девочки говорят, что мой ребенок не разговаривает полноценно, как взрослый человек в 2,5 года, и это кажется им странным, что нужно ребенку проверить и так далее. Я, честно говоря, не чувствую никакой проблемы. Детки все индивидуальные, разговаривают у каждого, ну, свое время, да. Но так как мы давно не были у невролога, в принципе, я схожу, покажусь и заодно спрошу насчет речи, как что, нет ли там по неврологии что-то, чтобы все было хорошо, да. Ну и думаю, что, в принципе, я не знаю просто, как сейчас современные логопеды и доктора, и что сейчас норма, а что нет, потому что в разные периоды все по-разному. Вообще, я знаю, что дети, они просто сами по себе индивидуальные, и, честно говоря, чем больше людей я встречаю вообще вот так на улице, да, в садике, на улице, у нас же и в садике логопеды есть, то мне все говорят, что все хорошо, и никто мне не говорит, что Дэнни... что-то у него ненормально, в общем, развивается от того, что он еще не разговаривает прям полноценно. Он повторяет слова, то есть он пытается разговаривать, и как бы все нормально развивается. Но для того, чтобы все были спокойны, я решила сходить к нужным там врачам, да, или вот специалистам, которые бы посмотрели и просто подтвердили, что все хорошо. Ну, возможно, какие-то витаминки, может, пропишут еще что-то. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас что невролог скажет, а там видно будет. Еще я не совсем буду тут как следует снимать мамин день рождения, потому что я буду снимать на ее камеру ее день рождения. Поэтому на моей камере ее дня рождения будет очень мало. Поэтому, если кому-то интересно, как мы провели день рождения, что мама приготовила, там, как бы, ну, какие-то моменты. Если вам интересно, то проходите по ссылочке, и у мамы будет, думаю, более. Видео объемное с дня рождения. А у меня так. Возможно, сейчас вообще я вам снимаю, а потом мы с вами встретимся уже, когда все закончится. Когда все закончится. А вот все это время будет у мамы во влоге. Вот. Ссылка под видео. Ну что, мои кошечки, всем привет!
Привет, привет! А знаете, куда мы собираемся сегодня? Да, мам наконец-таки изменит свои брови! Долгое время, я расскажу предысторию, что долгое время я маме говорила: мам, давай поменяем тебе форму бровей. А она: нет, я люблю свои брови, они у меня вот как идут, так и растут. То есть такая, как бы, не заморачивается, ничего не хочет менять, к изменениям очень тяжело так подходит. А с тех пор, как она стала блогером, я как-то на видео сказала, говорю: вот, типа, брови, там, тра-ля-ля, на видео, что там хотела бы изменить. И, короче, девчонки меня все поддержали, респект вам, такие: все замечательно, но брови, все замечательно, но брови. И мама такая: блин, все пишут про брови, давай сделаем. И, в общем, к дню рождения она... говорит: я хочу, да, изменить брови, я готова, в общем-то. И, естественно, я веду ее только к своему лучшему мастеру, у которого я делала свои брови и губы, все делаю, потому что она не только сделает свою работу хорошо, но она еще и подберет, то есть у нее тоже очень хорошо развита интуиция в плане того, что так вот здесь вот цвет то-то-то, и вот я доверяю женской интуиции вообще, когда она работает, и девочки умеют ей пользоваться, поэтому она не только профессионал, но она еще и интуитивно делает все хорошо, и она такой человек, который пока не доведет до совершенства свою работу, она не успокоится, спать спокойно не будет. Поэтому я маму отдаю в хорошие руки, думаю, что она, даже я на первый взгляд даже не знаю, что было бы хорошо маме, поэтому иду к профессионалу, который подскажет нам все это. Вот, все мы будем снимать на мамин канал. Мама взяла свою новую камеру, я ей помогу, все подробно сниму, и на ее канале, ссылочка на ее канал будет под видео, заходите, подписывайтесь и ждите видео до, после, нам будет очень интересно ваши отзывы там и так далее, да. Единственное, что у нас сейчас первая идет с тобой процедура, а потом же еще будет коррекция, вот, и уже видео будем снимать, то есть со всей информацией, со всеми нарезочками, да, но уже, чтобы был вам результат до и после конечный. Вот, поэтому спасибо, девчонки. Мама преображается. Ну что, мои крошки, сходила я, сделала реснички. Маму сейчас я отвела на татуаж. Все ей сделали уже, и мы начали бежать, потому что я начала опаздывать на реснички. Смотрите, я сделала себе сейчас, знаете, какой цвет? Цвет коричневый, и мне сделали так же полтора, как и в прошлый раз, только черные полтора смотрятся прям такие массивные, а коричневые смотрятся вообще натуральные, и такое ощущение, что сделали не полтора, а как будто черная классика, вот, и поэтому я решила сделать выбор, что если я буду делать коричневый в следующий раз, я буду делать 2D или 2.5 даже, вот. А еще я хочу попробовать розовые сделать. Короче, у меня сейчас натуральные ресницы, просто длинненькие, просто закрученные. И цвет натуральный. Вот так. Посмотрим как. И пока не знаю, что мне больше нравится, черные или коричневые. Но более естественно эти смотрятся, согласитесь. Вот, пришли мы на энцефалограмму в детский центр. Денька нашел какую-то игрушку интересную. Короче, развлекается. Да. О, целая огромная доска, просто рай для детей. Доброе утро, мои крошки. Блин, короче, этот влог, походу, обещает быть очень долгим. Я постараюсь его урезать и так далее. Смотрите, я была на курсах, как я вам и говорила, что я была на курсах по росписи на одежде. У нас в Ростове есть такая творческая территория, школа искусств, и там учат очень много чему. Я, кстати, нарисовала картину, там же вот она, моя картина, которую я рисовала, вот. И даже исходя уже из этой картины, я уже научилась рисовать какие-то там легкие вещи. И уже даже на этой базе, хотя она не обязательная, я уже нарисовала вот такой рисунок на одежде. Раскрыли мне все тайны технологии, и теперь я смогу вообще любой рисунок нарисовать на любой поверхности одежды. Так что я счастлива. Еще у меня... еще что я не говорила, да, по поводу Денечки. Сегодня мы сходили уже... к врачу, к педиатру, сдали все нужные анализы, которые нужно, ну, так как много вас пишет, что ребенок, вот, он не разговаривает 2.5 года, там уже как взрослый, да, и типа вот пора задуматься, ну,
Как бы я ничего об этом не знаю, во сколько что должен ребенок говорить. Почитала какие-то в интернете стандарты, но все равно каждый ребенок индивидуальный, и поэтому под стандарты тут уже, знаете, как мама чувствует, мне кажется, так в принципе и надо. Но много кто писал, что делал, естественно, я пошла и все это сдала. В общем, итог. Все у нас нормально, прекрасное у нас развитие. По папиной линии у нас все мальчики начали говорить поздно, это тоже играет свою роль. Также педиатр сказала нам, что до 3 лет, в принципе, если ребенок воспринимает вашу речь и может выполнять просьбы, то есть там принеси там что-то, закрой, там выкини мусор, закрой двери, там включи свет, если он все это выполняет, то до 3 лет совершенно нет нужды беспокоиться об этом. Она говорит, на моей практике очень много деток, которые до 3 лет там вообще молчали, а потом просто фонтан говорит речи и уже разговаривает сразу предложениями. Вот. По анализам и по всему у нас все нормально, все прекрасно. Единственное, сдали кровь там, и, ну, даже этот невролог говорит, у вас там чуть пониженный гемоглобин, а педиатр говорит, да, у вас гемоглобин, в принципе, в норме, но, в принципе, железо, ну, растущий организм, периодически там стоит пропивать. И вот она нам прописала мальтофер, вот, 3 месяца мы его пьем, там полгода, например, отдыхаем. Ну, и также витамин D мы ему каждый день даем. Вот и все, вот и все. Как Наталья Краснова. Вот, так что все хорошо, не беспокойтесь, кто беспокоится за речь Деника. Уже профессиональные врачи сказали, что все прекрасно, да, повода для беспокойства нет. И, кстати, я говорю, вот, мне много пишут там, что много людей, кто говорит, что 2,5 года, это там то все. Она говорит, ну, здесь, говорит, нужно набраться стойкости и терпения, чтобы не обращать на это все внимание. Вот. И не бежать сразу там галопом по Европам, потому что вот, вот так вот. Сидеть индивидуально. Вот. Ну, все, мои хорошие. В общем-то, если у кого-то малыши тоже, да, я вам сказала, берите с меня пример, если что. Не волнуйтесь, до 3 лет. Вообще логопеды, кстати, работают с детьми только с 3 лет. До 3 лет вообще логопеда не найти. Говорят, даже еще и с 3 лет не всегда найдешь логопеда, чтобы он работал с детками. Поэтому, а это, я думаю, как раз-таки из-за того, что, возможно, еще рано работать с логопедом в этом возрасте. В общем, все хорошо. Заканчиваю влог и продолжаю для вас делать. А, кстати, вышла новая серия «Холостяка». Ссылку оставлю под видео. Сейчас, кстати, под видео будет очень много интересных, полезных ссылок. Да, вышла новая серия «Холостяка». Посмотрите, зацените, пишите комментарии. И еще хотела попросить, что у меня в разделе сообщества, на главное, если вы Ютуба зайдете, в разделе сообщества я там задала несколько вопросов, на которые нужно ответить да или нет. Это вопрос моих подписчиков. Мне очень важно, потому что грядут перемены, и я бы хотела, чтобы вы этот опрос прошли. Он очень быстренький, всего 4 вопроса, 4 кнопочки да-нет. Примите, пожалуйста, участие в вопросе. Заходите на главную, раздел сообщества, и сразу увидите вопросы. Пожалуйста. Все, люблю, целую, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, проходите по ссылкам. Люблю вас, пока!